За него орбит колесами, печально в небо смотрит круизер. Когда я еще не знаю, куда ты лолу. А ты что не грозил? Ребята, это Kia Optima 2 литра. Здесь мы устанавливаем вакуумную заслонку. Больше никаких внедрений в выхлопную систему мы не делаем. И это делается ради того, чтобы звук на этой машине радовал владельца. Ну, все супер, ребята, спасибо. Буду советовать у Владимира. Еще увидимся. Чтобы он ощущал, насколько сочным может быть выхлоп автомобиля. И, соответственно, динамика вождения и характер вождения, он также меняется. И при желании, так как у него семья и жена ездит за рулем очень часто, он нажимает на кнопочку off, и все штатно. Вот, собственно, за 3 часа мы эту работу и сделаем. Mm-hmm.